Елизавета Алексеевна. Одиночество в толпе. Юная Луиза Баденская едва не умерла сразу после своего появления на свет. Но судьба была благосклонна к девочке. Принцесса не только выжила, но и оказалась среди невест великого князя Александра Павловича, будущего императора Александра I. С первой же встречи девушка была покорена обаятельным и галантным цесаревичем. Знакомство и обмен письмами постепенно превратились в нежные чувства. И вскоре пара обвенчалась. Елизавета Алексеевна. Так отныне звали принцессу, которой не просто было привыкнуть к новой родине. Она признавалась, что среди придворного блеска и интриг лишь любовь супруга позволяет ей радоваться жизни. Но со временем Александр охладел к ней. Елизавета страдала от душевного одиночества. Поддерживал ее лишь близкий друг Николай Карамзин. Тем не менее, смерть мужа оказалась страшным ударом для Елизаветы, которая пережила его всего на полгода.